Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Пропонуйте, будь ласка, пізніше. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Пропонуйте, будь ласка, пізніше. Пропонуйте, будь ласка, пізніше. Поверніться, будь ласка. Поверніться, будь ласка. Віктор Андрійович, поверніться, будь ласка. Честных способов подъема денег. Солидарность принесла, не принесла. Король не сдал. Король, солидарность, заш. Порошенко, Удивенко, Ташенко, заш. Попрошу делать взносы в порядке старшинства Космодарства. Начнем с уважаемого Максима Петровича. У меня нет денег. Я их потерял. Давайте деньги, старая сволочь. Хай мудак, ломаю силы. Может, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Михаил Андреевич. Павел Андреевич. Да? Вы шпион? Павел Андреевич, да? Вы шпион? Все, что ты ему сказал раньше, нормально, на гражданском языке.
говорили. Тут нема ніяких проблем. Бобьоночку ми. Бобьоночку ми. Мужик, не мужик. Кому я возвращал культуру? А кто это? Анна, вы в своем уме? Какой прессик мальчик? С какого банка еще раз? С какого банка еще разочек, пожалуйста? Какая буква там посередине в этом слове?
Отписывайся. Ничего никому не возвращать не буду. Россия. Второй месяц самоизоляции. Работы нет, денег не платят. Думаю, ну, надо что-то решать уже. Вот. Ну, сел на машину, поехал к магазину. На всякий случай подальше от дома. Мало ли знакомые встретятся. Ну, полчаса потоптался, походил там. Смотрю, пару бугаев из магазина выходит. Здоровые такие, полупьяные. Вот я к ним. Они говорят, что тебе надо-то, басоты? Я говорю, ну, видимо, у меня такой жалостный вид был, что они со мной все-таки поделились, да. И такие хорошие ребята оказались, смотри, ветчинку дали. Масло, сыр, ой, пару коньячку, все бы хорошо, все отлично. Но опять же проблема, хлеба нет, все придется опять ехать.
Наші ветерани. Але в цьому винний не тільки наш уряд, але і уряди багатьох європейських країн. Вони всі повинні платити пенсії нашим ветеранам, а деякі повинні регулярно каятись і просити вибачення українського народу у відповідності з технологією, до якої їх привчили наші брати-євреї. І нехай вони не плутають свою другу світову з нашою великою вітчизняною. Євросоюз – це врятовані нами країни, котрі зараз грибують бачити нас у своєму колі. Таким чином наші заслуги перед західним світом безмірні, наші жертви безпрецедентні, наше ім'я залишиться у віках. Справді, наш сьогоднішній стан не відповідає нашій величі, оскільки ми досі не отямились від понесених втрат. Бо українцям довелося у цьому столітті знищити дві імперії. Німецьку ми знищили героїзмом, радянську – саботажем. Ми чекаємо подяки, захвату, грошей, почесного місця на ринках і безвізового режиму для всіх громадян України. Тільки тому, що Україну не поміщають і відкидають будівничі сучасного світу, вона стане його наріжним каменем. Нас піднесуть наші слабкості. Сьогодні наша крайня хата набирає всесвітньо історичного значення. Це останній рубіж оборони особистості перед наступом відчужених суспільних форм, анонімної бюрократичної диктатури. Із надгризаних яблук ми зведемо нашу фортецю. Да.
Так жаль, что не умею воровать. Завидую, смотрю на тех, кто может. И подо мной скрипучая кровать скрипит который год одно и то же. Позвали в гости, случай как-то выпал. Обожрались, хрусталь в карманы лёг. А я салату горсть в карман насыпал. Ногами псы отбили правый бок. Начальник хам себе построил дачу, но на свои и гвозди не купил. А я, как враг народа, гайку прячу, которую для дома зацепил. Как жаль, что не умею воровать. Завидую, смотрю на тех, кто может. И подо мной скрипучая кровать скрипит который год одно и то же. И подо мной скрипучая кровать скрипит который год. Отец пили, витаминов получал я мало. За двойки меня лупили и редко кормили салом. Кеды мой шус, в них я ходил и зимою. За трояк и картуз 10 лет были ношены мною. Рос я прыщавым и хилым, был сам себе заперт. Жизнь мне была не мила, сделали б лучше аборт. Девчонки меня не любили, немцовы в мане доставались, а? Я вырос, но мне не легче, и пусть называют придурка. Как хочется мне при встрече вельма стрелять окурком, а?